Телеграм-канал администрации Куйбышевского района Самары сообщает, что в среду районные власти посетили Куйбышевское подразделение Центра социального обслуживания населения, где поздравили сотрудников с прошедшим праздником и поблагодарили за ежедневный бескорыстный труд и оказание не только социальных услуг, но и поддержки и заботы тем, кто в этом нуждается. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела, психологи, которые помогают пережить горе, и специалисты по социальной работе, оказывающие поддержку неблагополучным и малоимущим семьям. Администрация Советского района Самары напоминает о том, что нужно быть более осторожными с огнем и соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу и на дачных участках. В областном центре действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организаций, приусадебных и дачных участках. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 01 или 101 с мобильного телефона. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале напоминает, что специалисты учреждения готовы оказывать психологическую помощь приемным родителям. Есть целый список страхов и тревог, которым те подвержены. Каждый случай приема ребенка в семью уникальный, и переживания у всех свои. Важно не мириться с ними, а постараться разобраться. Эксперты проекта выделили наиболее частые страхи приемных мам и пап. Страх перед общением с органами опеки, страх перед наследственными пороками ребенка, перед психиатрическими заболеваниями, страх перед влиянием приема ребенка на семью, опасение не обеспечить ребенку достаточной любви и заботы, не справиться с ролью приемных родителей, страх перед кровными родственниками. На сайте Департамента опеки, попечительства и соцподдержки есть большой раздел «Психологические вопросы», в котором размещены вебинары с рекомендациями специалистов, которые помогут найти ответы на тревожащие вопросы.